Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня, как я и давно обещала вам, я хочу рассказать о своем похудении. Я скинула минус 7 килограмм, и при этом, внимание, обжираясь. Сегодня я расскажу вам о своей диете, о своем пути, как я его прошла, и как вообще мне получилось, удалось достичь своей цели. Итак, я весила около 62 килограмм, было 61 800, да, когда я начала худеть. Для меня этот вес был уже чересчур, потому что всегда в своем максимуме я весила 55. Когда я жила в Москве, 55 это для меня было, ого, я поправилась, типа. А теперь я 62 вешу, нифига себе, да, пора ли худеть. Да, я одела самые короткие шорты, самые обтягивающие, чтобы было видно. Не знаю, они черные, может, надо было белые одеть, чтобы узрили все. Ну, в общем, вот. Целлюлитик уже нет-нет, появляется. Вот живот, это я втягиваю сейчас, да, прессик покачала немножко, втягиваю. Ну, вы понимаете? Это я втянула прессик. Пресс, ты где? Вот я расслаблена. Ведь это ужас. Ужас. Ой, кошмар. И бока, бока. Смотрите, у меня в жизни никогда не было боков. Бока. Вчера я взвешивалась, и я весила 61 килограмм 800. 60,8. А вчера было 61. И 8, или 61,5. Представляете? Ну, я считаю килограмм за утро. Вот вчера не поела, и минус килограмм. Я, конечно, давно не вставала на весы, но 61 килограмм 800. Я вчера была в шоке. А позавчера я собиралась на мероприятие и не могла влезть ни в одни свои штаны. Это тоже шок. Потому что реально такого никогда не было. Мой вес не более 55 килограмм. 55,5, может быть. И, в принципе, меня устраивало, вот 55 килограмм у меня появлялся животик, потому что это первая моя проблемная зона, которая поправляется бегом, да. И тогда я не ем вечером, качаю прессик и все. Сейчас что-то я реально себя запустила, я в шоке, и я это поняла просто, когда я смотрю на себя фотографии, и я не нравлюсь себе. Ну, то есть со мной рядом вот фотографируются девочки, они такие все худенькие, стройненькие, такие все молодцы, а я какая-то вот не такая. Естественно, я себя чувствую какой-то коровкой, когда ты еле влезла в свои штаны, и когда ты танцуешь и боишься, что сейчас поднимется футболка, которая вообще-то свободная на тебе, будет видно твой живот. И вообще она какая-то маленькая, штаны какие-то маленькие, все такое маленькое. Короче, я просто в шоке, я такая дала себе вообще задание, что просто я должна очень быстро прийти в свою форму. Тем более мой любимый еще говорит, вот, когда я тебя первый раз встретил, ты была как с картинки, помню. Я был в шоке с твоего тела, представляете? Я говорю, так, все, пора возвращаться, такого быть не должно. И, соответственно, мотивацией для меня это был мой любимый. Мотивацией для меня было это то, что я всегда, всегда держала вес нормальный, поэтому для меня 62 это уже что за фигня, это что-то не то. Я уже начала переживать, что у меня может быть обмен веществ как-то начал работать по-другому, и теперь уже надо следить за своей фигурой. Я хочу оставаться красивой, бодрой, я хочу гордиться своим телом так же, как и всю жизнь я это делала, поэтому для меня все это было мотивацией. И мой любимый мне говорит, ой, помню, когда увидел тебя, тело идеальное. Я тебя встретил, тело идеальное. Он не говорит, конечно, что 62 килограмма не идеально. Ему наоборот нравилось даже, что ягодицы мои поправились. Вот. Но для меня вечная проблема это мой живот. В первую очередь это проблемная зона, которая поправляется. И мне нужно было от него избавляться, потому что я уже давно перестала носить обтягивающие какие-то вещи или короткие топики. Именно потому что животик висит. А еще я смотрю на свою подружку Любашку, у нее всегда плоский живот, и тоже я такая думаю, блин, все, пора худеть. В общем, начала я худеть по своему личному рецепту. Это ничего не есть. В общем, провела я такое неправильное похудение 5 дней, я ничего не ела. У меня было ощущение, что я реально там какие-то микроэлементы не получаю. То есть через 5 дней пришло ко мне осознание, что я
питаюсь совершенно неправильно, и тем самым я это делаю не на здоровье, то есть не в здоровье все это, да, а что-то, похоже, я врежу своему здоровью. И я вспомнила, что у меня есть девочка знакомая, с которой мы давно уже познакомились, она фитнес-тренер, она занимается профессионально этим всем делом, и у нее даже есть свои марафоны. Я ей говорю: Алена, возьми меня в свой марафон. Я ни разу не участвовала в марафонах по похудению, я вообще не представляю, как это выглядит. В общем, она меня добавила в общий чат, и каждый день она давала полезную информацию, тренировки, вот, и я все выполняла. Так как цель была у меня такая сильная, я все выполняла, не отклонялась. То есть я пока не достигну цели, я фанатизм. Я фанат своего дела, пока не достигну цели. Потом уже можно немножко расслабиться. Кстати, еще что меня мотивировало к похудению, это мои новые весы. Вообще, я заметила, что к похудению очень сильно мотивируют, знаете, такие приспособы. Например, я не начала худеть, пока не пошла, не купила себе весы для взвешивания еды. Представляете? Или вот, например, у меня появились новые весы, и мне на них так захотелось взвешиваться и с удовольствием смотреть на свой вес. До этого у меня были весы, которые всегда нужно было искать прям супер-мега ровное место, и все время они что-то показывали не так, и, короче, они меня полностью бесили, у них вечно садилась там батарейка, ну не суть. Вот. Но я дождалась весы, я увидела у Полины весы, просто офигенные, которые не только показывают вес, но они еще и показывают вообще анализ твоего тела, становиться на них надо голыми ножками, и тогда они сканируют вообще весь твой организм и показывают тебе все. Весы называются эти Пикук. Полине, кстати, спасибо за ее видео, за ее обзор. Благодаря ей они у меня появились. Сами этими пользоваться очень просто. Я скачала приложение специальное Пикук, подключила их по Wi-Fi и встала на весы, взвесилась, и благодаря микрозарядам, которые сканируют мое тело, все в приложении, просто полный анализ моего тела. И после того, как я взвесилась, смотрите, у меня приходит новый вес. Это сейчас вес, это утром, да, днем у меня 55, а утром у меня обычно вот 54,6. Приходит вес, и вот вам анализ по дням. Каждое утро я вот так вот взвешиваюсь. Вот открываю, например, сегодня. Здесь у меня показывает телесный жир 22,6%. Открываем. И вот, пожалуйста, 9,3 у меня оценка. Представляете, тело? Нормально у меня, все замечательно. Скелетные мышцы. Вот что-что, видите, красненьким светится здесь. Это значит, что у меня немножечко надо подтянуть этот момент. Я как раз не занимаюсь, и надо сейчас заниматься активно. Вес тела 54,6. Телесный жир 22,6%. Мышцы 72,7. Индекс висцерального жира 2. Вода 50%. Процент содержания белка. Кости. Метаболический возраст 33. Если мы откроем, например, скелетные мышцы, нам вот покажут, что у меня недостаточно, между нормальным и недостаточным. Есть полное описание всего этого. Если мы нажмем на вес тела, смотрите, он тоже мне покажет, что у меня низкий вес тела, и идеально для меня это как раз-таки 62, который я убирала, но, сами понимаете, мне нужно меньше. Вода мало, надо еще воды. В общем, благодаря этим весам вы сможете сделать полный анализ тела в домашних условиях. Моя модель весов — это S7, и их можно подключать как по Bluetooth, так и по Wi-Fi. Вообще у них есть разные модели, есть мини-модели, есть макси-модели, в общем, разные модели, и вы сможете сами выбирать себе тип подключения, который больше вам подходит. И еще, конечно же, огромный плюс, что эти весы могут давать советы. После того, как вы взвесились, они могут давать вам совет, как лучше вам похудеть, на что лучше обратить внимание и какой способ подходит именно вам, будет более полезен именно вам. Кстати, по моему промокоду SWAY вы можете их приобрести в течение 2 недель со скидкой 20%. Так что обязательно воспользуйтесь, ссылку я оставлю на них под видео, и код тоже оставлю под видео. Весы просто восхитительные, поэтому я всем их рекомендую вообще от души. Мало того, что они очень функциональные, они еще очень красивенькие и очень классно вписываются в интерьер. Ну а теперь приступим к самому же моему похудению. После того, как я попала в этот марафон, я получила вот просто кучу информации, у меня голова просто взрывалась вот так от этой информации, но меня Алена предупредила, что будет много информации, а потом все ты поймешь. И буквально через уже
2-3 дня я уже реально начала соображать, что мне нужно. Значит, для первого, для похудения я скачала тоже приложение. У меня было 3 приложения. В одном приложении я высчитывала свои калории. В другом приложении я считала баланс воды в своем организме. И третье, это был шагомер. Мы должны были ходить 10 тысяч шагов в день. Это на самом деле было очень тяжело, помимо того, что через день у нас были тренировки на отдельные группы мышц. То есть мы не делали, допустим, пресс, не качали там каждый день. Все равно какие-то группы мышц задействованы, да. Но вот у нас, например, были ягодицы там сегодня, да. Через день у нас были, например, там был пресс. Потом через день у нас была спина. Вот так вот было. Все это было не напряжно, тренировочка в течение 40 минут. Я как бы все выполняла, все делала. Одно из реально крутых приложений – это Fat Secret, может, если вы знаете. Завтрак, обед и ужин здесь можно все регулировать. Я все высчитывала, у меня были весы не только для моего тела, но и для еды. Я все взвешивала и высчитывала. В день мне нужно было съедать 1900 килокалорий. Мы с этого начали. Она, конечно же, рассказывала, сколько должно быть белков и того-того. Я ни за чем этим не следила, потому что это было очень сложно. И я даже не ела 1900 килокалорий. Как я не старалась, девочки, набирать 1900 килокалорий в сутки, это было для меня невозможно. Полторы, это, наверное, один раз было, это максимум. А так 1200. Вот. 1200, 1100, 1000. Причем я объедалась. Естественно, я ела не все. Что мы исключили из рациона сразу? Это сахар. Сахар обычный белый, это понятное дело. Помимо этого, мы исключили фрукты, потому что это фруктоза. Вот прям записывайте. Просто вот это все исключите, и уже вы начнете худеть. А, кстати, тогда, когда я пришла на марафон, я скинула сама самостоятельно своим способом минус килограмм. Но я думаю, что это, наверное, ушла вода какая-то там или еще что-то. Естественно, ничего не жрать, да, мучить себя голодом там. Ну, в общем, уже было у меня, ну, 61, будем считать, да, где-то 60-80-61. Итак, убираем сахар, убираем фрукты, это фруктоза, убираем всю молочку, это лактоза, это тоже сахар. Фруктоза – это сахар, лактоза – это сахар. Просто она по-разному усваивается в организме. То, что я не знала и узнала. Также мы уж убрали хлебобулочные изделия и хлеб. Это глютен мы убрали. Картофель мы убрали. Даже такие, как, по-моему, свекла и морковь. Это тоже содержит сахар. Мы тоже все это исключили. Самое интересное, что я открыла для себя, что всему этому есть замена. Я же человек, который очень любит сладюшки. Вы понимаете? Сладюшки. И для меня без сладюшек вообще жизнь не мила. Но оказывается, что есть столько много заменителей этих сладюшек, которые без сахара, без глютена. Единственное, надо всегда читать состав, потому что могут писать без сахара, там, например, фруктоза есть, да. А могут писать, что ни сахара, ни фруктозы, а там сироп какой-нибудь. Ну, то есть, такие моменты, ходы эти маркетинговые я уже вот изучаю. В чем заключался мой обычный рацион? Утром я могла есть кашу, и из каши мы брали углеводы. Я люблю овсянку, в основном утром я ела либо овсянку, либо делала себе овсяные панкейки на овсяной муке, то, что можно, да. Яйца – это наше все. То есть яйца это утром и днем обязательно, можно и вечером даже, наверное, яичко съесть. Это то, что касалось утра, да. Сахар я заменяла сахарозаменителем Fit. Так, принесла, все буду показывать. В общем, не только моя тренер, но еще я ходила к Зубаревой тоже на лекцию, тоже человек, который перевернул мой мир по поводу всего. Она тоже рекомендует Fit. Здесь содержится растительный натуральный заменитель сахара, это стевия, то есть на основе стевии, я так поняла. Но что-то еще туда добавляют, чтобы стевия сама по себе, кому не нравится, она невкусная вроде, да, ее и здесь не чувствуется. Я беру вот такой Fit пакетиками, но он есть еще и не пакетиками. Вот. Очень удобно их даже носить с собой, и где бы вы ни были, заменять сахар. Просить все без сахара и заменять. Один пакетик – это одна ложка сахара. Я ложку сахара вообще в чай не кладу, поэтому мне такой один пакетик на 3 раза. Это что касается сахара. Сахар я заменяю, пожалуйста, вот таким фит-продуктом. Молоко. Все молоко я заменила на вот такое молоко Альпро. Честно говоря, есть еще Бите, оно тоже без сахара, без лактозы, там вот хорошее, да, оно подешевле стоит. Вот это стоит 330 рублей, да, я покупаю в Ленте все это дело.
Это тоже, кстати, покупаю в ленте. Еще это есть в магните. Со скидкой, кстати, бывает в магните. Альпра мне нравится больше. Качество мне кажется лучше. Соевый, банановый. Офигенный банановый. Какой еще я люблю? Кокосовый, конечно же, замечательный. И ванильный есть еще. Вот эти три основных, четыре основных, которые я люблю. Овсяный я не люблю, миндальный не люблю, рисовый тоже не люблю. И что-то там еще вроде есть. Я тоже не люблю, не пробовала. Как бы, то, что я не люблю, я пробовала, мне не понравилось. А вот то, что я люблю, соя, ванилька, банан и кокос. Самые лучшие. Бите все время бывают раз на раз не приходится. Возьмешь, бывает иногда. Сейчас взяла бите соя, вроде неплохо. А брала до этого кокос и рис, вообще просто через силу пила, честное слово. В общем, вот за меня. Кстати, недавно я прочитала, зашла, типа, коровье молоко сравнила и растительное. И думаю, какое же все-таки лучше. Оказалось, что вообще по многим даже показателям лучше растительное молоко. Оно содержит все то же самое, что и обычное коровье, то есть и даже больше еще витаминов всяких разных. Вот. Поэтому я, короче, полностью перешла на растительное молоко. Мне прям нравится. И оно легче. Я когда у меня закончилось молоко, выпила коровьего молока. И мне прям, знаете, как-то стало тяжко. И, во-первых, вкус уже другой. Да, одно из самых важных вещей, это вначале просто сменить все продукты, чтобы у вас немного поменялись вкусовые рецепторы. Ко всему этому, девочки, вы привыкаете. Может, вы сначала подумаете, фу, сахарозаменитель не кайф, а это разве молоко, коровье молоко? Нет, если вы хотите достичь своей цели, вы заменяете эти продукты, поверьте, организм ко всему привыкает. И теперь вот, например, я настолько привыкла ко всему этому, что я даже не хочу менять обратно, мне другой вкус теперь не нравится. Мне не нравится сильно соленая еда, мне кажется, боже, пересолили. Мне не нравится обычный сахар, мне кажется, я его вкус чувствую не тот. Мне не нравится молоко, мне кажется, оно какое-то вообще, ну понимаете, вкусовые рецепторы поменялись и... Все зашибись. Главное, чтобы мы меняли только на лучшее что-то, да? Например, хлеб я заменила хлебцами фитнес. Они у меня сейчас закончились. Чистая линия. Какая-то там фитнес-линия. Да, вот я люблю эти хлебцы обычные. Я вообще... Единственное из молочного, что нам можно было, да, это сыр рикотта. Это самый такой, по-моему, лайтовый сыр, который вот нам разрешали. И я его вместо сметаны добавляла, допустим, в салат. Я его вместо масла мазала на хлебцы. Я его... Что я там с ним еще делала? Его можно даже там пару ложечек, его много мы и не ели, да, но пару ложечек, например, можно было бы даже с джемом низкокалорийным смешать. И уже тебе получился творожок, который, если кто-то любит, кушаешь, да? В общем, сладости. Сладости — это вообще отдельная тема, вот, что открыла в первым делом. Я неделю не ела сладкое, пока не попала к Алене. Я не ела сладкое, у меня уже уши пухли, я вся умирала, короче, не представляете, то есть ни фруктов, ничего нельзя было. И в общем, Алена сделала видео о том, что она берет там в ленте сразу, что можно брать, так, и вот она говорит, вот можно типа, сладенькое, кто хочет, с чаем. Здесь есть фруктоза, но, ну как бы фруктоза, да, мы сейчас ее не едим, но здесь ее настолько мало, что не переживайте, незначительное количество можно поесть. Ну, естественно, опять же, не всю пачку, да, там пару-тройку штучек уже... Счастье. Я такая думаю, пойду куплю. Зашла в магазин, я неделю без сладкого. Захожу в магазин, просто карамельный. Она говорит, карамельный самый вкусный, мои любимые. Я беру вот так в машине с утра, откусываю, девочки, и это рай. Я сейчас помню эти звезды, шарики, фейерверки. И я, конечно, 5 штук сразу захавала. И просто в чат написала, девочки, это рай. Короче, я, естественно, купила себе все эти хлебцы Dr. Körner, все сладкие попробовала. Больше всего мне понравились карамельные, естественно, и имбирь-лимон мне очень нравится. И еще яблоко-корица, очень вкусно. На них также можно еще намазывать, например, есть такая манки, арахисовая паста нам можно было. Либо можно намазывать вот такие, смотрите. Я тоже беру все это у Алены, она еще и занимается в Ростове у нас вот такими всякими сладюшками, правильным питанием. Я беру вот без сахара, 100% натуральный. Это арахисовая паста, но она еще с добавлением карамели, например. Очень вкусно. Я намазываю и на панкейки. Если сильно хочется сладкого, можно и намазать вот сюда, на Dr. Körner.
Вот, что еще? Ну, можно еще куда-нибудь намазать. В общем, очень классные, они очень вкусные, с панкейками прям мне очень нравятся. Они есть разные, есть кокосовые, белые, есть там черные, шоколадные. Они все очень вкусные, их много видов. 300 рублей всего стоит эта баночка. В общем, у меня этого всего много, я без фанатизма, конечно же, все это ем. Есть вот такие низкокалорийные сиропы и джемы, которые я тоже покупаю в Ленте, либо покупаю у Алены. Не везде есть богатый выбор. У Алены, например, большой выбор я покупаю. Хотя недавно зашла в торговый центр в Мега Аксай, и там на островке, напротив Ашана, просто все, вообще то, что я даже не видела и не знала. Соусы есть такие, кетчуп заменила вот таким низкокалорийным, чесночный соус заменила, барбекю у них есть, сырный есть, там еще, по-моему, что-то есть. Помимо того, что есть еще и сладкий, это шоколад с миндалем, есть клубничный, короче, абрикосовый, там полно вот таких. Еще есть в маленьких баночках джемы разные, разнообразные, вот если я делаю панкейки, я также туда могу это намазать. Ну, короче, их тоже можно везде, где угодно намазать, здесь... низкокалорийный сироп без сахара, без ГМО и без глютена. То есть вообще отличная замена всего этого. Шоколадки я даже могу есть. Я тоже беру в Ленте шоколадки Эко, вот такие. Они без сахара, они на стевии сделаны. И тоже чуть-чуть можно. И они очень вкусные. Я люблю горький шоколад. Горький шоколад вообще не отличается, честно говоря. А с кусочками апельсина вот этот мой любимый вообще. Эко. Шоколадка. Так. Ну и также вот такие протеиновые всякие штуки. Я ем также протеиновые батончики Бумбар. Вот такие мне нравятся. А мои любимые, просто ненаглядные, вафли. Вот. Вообще Алена сказала, что лучше есть один такой батончик в день. Два не надо. Но я ела и по два, я вам скажу. Особенно на ночь я любила с чаем выпить вот такую вафельку. И скажу, на мой вес это никак не сказывалось. Вот, есть еще вот такие вот печеньки, очень вкусные, это то, что мне очень нравится. И есть вот такие вот криспи, они тоже с разными вкусами, тоже мне очень нравятся. Вот такие, кстати, тоже, по-моему, были то ли в Ашане, то ли в Ленте. В Ашане, в Горизонте, вот, я помню, что как-то одну купила. Ну и теперь давайте пройдемся просто по дню. Мы взвешивались. Мы каждый раз ей присылали все эти отчеты, то есть по воде баланс, 2 литра воды обязательно в день. И вот ходить, нахаживать, что хотите делать, и даже если не нахаживаете, по дому вот так ходите, 10 тысяч шагов эти наматывайте. У меня 10 тысяч шагов цело никогда не получалось, но было 8, 8,5, и 7, и 5, но плюс я, конечно же, делала тренировочки. Взвешивались мы и измерялись полностью раз в неделю, потому что каждый день не было смысла это делать. Раз в неделю, там в понедельник, в воскресенье мы все это и дело скидывали. Она делала, конечно, индивидуальный под нас, под каждого, да, что не что нам нужно есть, а сколько содержания должно быть белков, углеводов и всего этого, да, а мы уже по своей программе должны смотреть были. Первую неделю мы ели 1900 должно быть килокалорий, мало кто набирал эти 1900 килокалорий, были девочки, которые выпивали по 2,5 литра в день, и по 3, мне кажется, но вот кто килокалорий набирал, нет. Алена всегда говорила, что если вы не набираете килокалорий, занимайтесь. Потому что когда вы занимаетесь, просыпается зверский аппетит, и тогда вы будете кушать. Не надо себя запихивать, конечно же, насиловать. Нужно просто заниматься. Тем самым обмен веществ начинает работать, когда вы занимаетесь. Позанимались, покушали, опять что-то там поделали где-то, да, опять есть аппетит. Соответственно, все это проходит. Это и есть метаболизм, восстановление метаболизма. Вот без занятий, к сожалению, никак. Понимаю, сама такая, достигла своей цели и перестала заниматься. Вот. Но главное, что питаюсь так же, продолжаю питаться, и вес не растет, но и не уменьшается. А я хочу еще 53, может быть, сделать себе. Вот. Но ничего, скоро начну заниматься. Проверено тем, что если вы занимаетесь, реально растет аппетит, потому что у меня сейчас ремонт, и вот когда я прихожу на свою квартиру, поработаю там немного валиком, потаскаю там линолеум, я прихожу просто зверски голодная и ем реально в 2 раза больше. Просто бывает даже порции-то у меня вот такие маленькие, а после того, как позанимаешься, у тебя порция вырастает в 2 раза. Вот, это один момент. Через неделю мы снизили килокалории до 1500, но все равно. Я все равно обжиралась, и 1500 я не набирала килокалорий, у меня все равно было меньше. Смотрите, в чем прикол, что если вы не добираете те килокалории, которые нужны, то организм находится в стрессе, и от этого ваш организм откладывает ваши жиры про запас.
чтобы ему было откуда брать. Вот от этого еще могут скапливаться жиры. Поэтому очень важно набирать правильное количество килокалорий, очень важно заниматься и их сжигать. Потом снова их употреблять и сжигать, употреблять и сжигать. В норме вообще 2000 килокалорий человек должен, мужчина, по-моему, побольше, женщина, по-моему, woman 2000 килокалорий. Вот. Поэтому этот процесс на самом деле нелегкий, он требует очень много времени, но оно того стоит, потому что это ваше здоровье и красота. Вот, что еще хотела сказать? А, ну вот мой рацион, давайте я вам, допустим, пару дней скажу из того, что я ем. Вот утром я встаю, я пью кофе. Кофе я пью натуральный, на растительном молоке с сахарозаменителем. Все. Завтракаю я либо овсяная каша, это обязательно длительного приготовления, никаких быстрых приготовлений овсяной каши, потому что они... В быстро растворимых кашах, это у нас быстрые углеводы, они быстро расщепляются, а в долгом приготовлении каши, все говорю, насколько я знаю, я могу где-то ошибаться. Долгого приготовления каши, те же овсянки, это более долгие углеводы, нам хватит надолго, оно будет больше, дольше расщепляться, и энергии нам хватит на больше. В общем, утром я ем овсяную кашку, вот как раз таки ее поливаю чем-нибудь вот таким вот вкусненьким, это очень вкусно, добавляю туда орешки нам можно... всякие разные, да, и все, и это мне хватает как бы надолго. Потом я прихожу в обед, это обязательно индейка, то есть я люблю индейку, в основном я ем индейку, помимо того, что она более полезная, чем курица, потому что курицу, как я слышала, можно накормить всем чем угодно, индейка в этом смысле привередливая, ее не так-то легко накормить чем угодно, поэтому чаще всего это вообще мясо более такое чистое, что ли, можно сказать, более полезное, вот так. Поэтому я люблю индейку, и утром и я ем индейку, например, с салатом, хотя хорошо бы это есть тоже с кашами. Еще утром яичко обязательно. Всегда нам писала Алена, что так, белка еще. Поэтому яичко или два яичка утром можно съесть. В обед тоже можно яичко, салатик, белок, например, да, это тоже мясо. И хорошо бы еще кашку какую-нибудь съесть, но я кашу не ела, потому что просто мне ее лень было варить. Вот, и также я могла съесть какой-нибудь протеиновый батончик себе на десерт, да, или взять его с собой, выпить чаю. Вечером обычно я ем рыбку, и либо я это ела бутерброды с соленой рыбкой, то есть я намазывала себе хлебцы сверху, ну, брала хлебец от фитнес-линии, намазывала его сыром рикотта и сверху клала соленую рыбку, да, помидорчики какие-то, то есть помидорчики и клетчатку, вот эту вот всю... огурчики, перчик, мы даже не считали и не заводили это все вот сюда, в наше приложение. Либо я готовила на пару тоже овощи, брокколи, перчик, вот, и рыбка. Я готовила это на пару, покупала, допустим, там на 2-3 раза, на 2-3 вечера я себе уже готовила. У меня было что поесть вечером. Ну и все, и скорее надо было бы ложиться спать, потому что я могла вечером захотеть кушать, но если я захотела кушать, то я вот ела с чаем. Все нормально было, хотя этого уже нельзя было делать, представляете? И вот прошло, мне кажется, месяца 2-3. Где-то 2 месяца прошло моего похудения, и я достигла своей цели 55 килограмм. То есть сейчас я вот встала на весы 55 килограмм, но утром каждое, это я уже просто поела там и так далее. Но утром, каждое утро, как вы видели, вот 54,5 сейчас у меня вес. Я наслаждаюсь, ем все то же самое. Единственное, что я сейчас себе добавила, это я добавила бананы, я добавила яблочко. Ну и все то же самое, в принципе, вот такой вот мой рацион. Если я выхожу куда-то на улицу, и мне срочно нужно поесть, то пить кофе это вообще нам в помощь, потому что у них есть фитнес прям меню, делают на пару, какие овощи захочешь, мясо какое захочешь, в общем-то. Все, быстренько покушала, перекусила, классно. И что касается кофе, это тоже Starbucks и Surf Cafe, это мне в помощь, потому что у них именно используется хорошее молоко Alpro. В Surf Cafe у них только Alpro, всех видов и вкусов. А в Starbucks они соевое, вот, Alpro соевое. То, что у них кокосовое молоко, у них там свое, и там есть в составе сироп. Вот, поэтому я не беру. Пить кофе... У них тоже там с сахаром идет молоко. Короче, вот такие дела. Сейчас вот я хожу куда-то, заморачиваюсь, да, смотрю составы и стараюсь не есть то, что не хочу. Теперь уже не хочу. Вообще я стремлюсь к правильному питанию.
хочу заменить полностью вообще свой, все свои продукты вот таким вот чем-то правильным, хорошим, и готовлю, если что-то, то тоже готовлю правильное, и шоколад мне ребенку хочется давать больше вот какой-то такой, да, полезный. Вот. И печеньки какие-то такие тоже полезные, и панкейки тоже какие-то хорошие. В общем, все я стараюсь и ребенка кормить, и себя вот чем-то таким полезным. Ну, оцените результат, который получился у меня. В общем, вот так вот. Пишите комментарии свои. Может быть, расскажите о каких-то своих диетах. Ну, и я с вами прощаюсь. До следующего видео. Надеюсь, мое видео было полезным для вас, интересным. Открыло что-то новое. Кстати, на своего фитнес-тренера тоже я оставлю ссылку на ее инстаграм. Если у вас будут какие-то вопросы, прям можете ей задавать. Может, захотите попасть в ее марафон. У нее недорогой абсолютно. И узнаете много интересного всего. Также на весы мои тоже скидка с промокодом будет под видео. В общем, жду ваши комментарии, жду ваши лайки. И если еще кто-то не подписан, жду, когда подпишетесь. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Будьте здоровыми и стройными.